Преподобие, дорогие студенты, мне действительно повезло. С самого начала работы университета я имел некоторое отношение, отнюдь не такое большое, как Виктор Антонович Садовничий, только, так сказать, доброта отца Владимира позволила ему сказать такие теплые слова о нас и об Академии. Но я действительно считаю, что это выдающееся учебное заведение сейчас, хотя, как правильно только что сказал посол Италии, по сравнению с 800 годами Болоньи, это, конечно, короткий срок. Но с учетом вот трудностей нашего времени, они были немалые, это сделано очень серьезно, и я думаю, надо...